Купе BMW M1 1978 года – суперзвезда баварской марки. Совместное детище Поля Брака и Джорджетто Джуджаро было спроектировано дорожной версией гоночного автомобиля. Полтысячи построенных вручную экземпляров по сей день будоражат умы и вдохновляют на подражание. В прошлый раз к этому наследию BMW обращалась 11 лет назад с концептом M1 Homage, но серийного продолжения не последовало. И вот новая глава в истории – шоу-кар Vision M Next. Несмотря на свое имя, стилистически обращается к предшественникам. Безошибочно узнаются и характерные прорези над двигателем, и фирменный изгиб Хоффмайстера в форме боковых воздухозаборников. А вот техника здесь из будущего. Кузов отчасти изготовлен из переработанного углеволокна, а оптика – лазер-вайр с лазерно-люминофорными источниками света, которые обещают светить ярко и равномерно. Сиденья изготовлены из специальной пены, которая принимает форму тела. При этом Vision M-Next не модный электрический беспилотник. Автономное вождение тут даже не предусмотрено. Это гибрид, близкий к серийной модели i8. На передней оси установлен электродвигатель, а задние колеса приводят в движение четырехцилиндровый бензиновый турбомотор. Пиковая отдача гибридной установки — 600 сил. Динамические характеристики заявлены примерно, а на чистой электротяге машина преодолеет 100 километров. Выпускать серийную машину именно в таком виде BMW не станет. Этот проект скорее сборник идей от спортивного подразделения M. Впрочем, идейная близость к BMW i8 тут тоже не случайна.